«Война глазами детей». В картинной галерее открылась выставка «Горящее небо Кубани». На ней представлены работы, выполненные воспитанниками детской художественной школы. Одними из первых выставку посетили наши корреспонденты. Своими впечатлениями они поделятся в следующем материале выпуска. Под работы юных художников отведено 3 зала, в которых посетители выставки могут увидеть 92 картины. Каждая – это отдельная история из Великой Отечественной войны. Вот солдаты идут в атаку, а это дети прячутся от обстрела. Или уставшая медсестра после длительных операций смотрит вам прямо в глаза. Именно так видится детям война по рассказам педагогов, прочитанных книг или просмотренных фильмов. Юные художники старались передать то, что тронуло именно их. Дети были тронуты темой Великой Отечественной войны, что по своим внутренним ощущениям, переживаниям начали рисовать, приступили к рисованию своей картины. Каждая картина, и вы можете наблюдать, она разная, отличается от другой и тематикой, и цветовым решением, композиционным. Им очень важно показать своими глазами историю. Выставка проводится в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Воодушевленные военной темой, воспитанники детской художественной школы с удовольствием приняли участие в конкурсе. Я нарисовала картину «Место памяти». Там я нарисовала, как одноклассники встречают пожилых людей, ветеранов войны, и нарисовала сзади женщину, которая, учительница ее, и помогает ей общаться. Я хотела рассказать, что ветераны, мы их любим и гордимся ими, что они спасли нашу родину. Картинная галерея уже не первый год дает возможность юным художникам поделиться своим творчеством с жителями города. Авторы лучших работ в номинации «Живопись», «Графика» и «Декоративно-прикладное искусство» в разных возрастных категориях были награждены грамотами и призами. Я очень рада, что я получила диплом. Для меня это очень большая радость, гордость, потому что это мой первый диплом. Вообще я первый год учусь в художественной школе, и я очень рада, что получила диплом. Выставка детских работ, посвященная освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков, в картинной галерее будет открыта до 23 февраля. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».